слушай внимательно. Есть правило. Не разговаривай. Раз. Гляди только на танцоров. Два. Не двигайся, пока танец не закончится. Три. И я не буду повторять дважды. Слушаюсь, мисс Тенет. Здесь так холодно. И станет еще холоднее. В танцах, если ты можешь только смотреть. Оно и не должно быть приятным. Это же танец Морриса! Но это неправильно! Тише! Так Зимовой — это что-то вроде бога? Он стихия. Танец, приветствующий зиму. Какой в этом смысл?
танец Морриса для того, чтобы приветить лето. Ты что, младенец? Год круглый. Колесо мира должно вращаться, потому-то здесь и танцуют темный Моррис, чтобы уравновесить. Они приветствуют зиму, потому что в ней заложено будущее лето. Мы поприветствовали его. Но это же не значит, что он должен был явиться, чтобы посмотреть на меня. Почему ты кинулась танцевать? Ну, там было свободное место. И... Да, свободное место. Но не для тебя. Это место было предназначено не для тебя, глупое дитя. Ты танцевала с ним, и теперь он желает встретиться с такой нахальной девицей. Никогда раньше я о таком не слыхала. Иди и принеси третью книгу справа на второй полке сверху в книжном шкафу. Хоть это ты сделать сможешь? Страницы 118-119. Это он? Вот это зимовой? Да ему на вид 100 лет. Юнец, а? Конечно, это художественное восприятие. Я не знала, что так получится. А чего ты ожидала? Не расскажешь ли мне? Может, ты пошла плясать из-за обычного стремления подростков сделать все наперекор? Совершать поступки значит думать. А ты вообще о чем-нибудь думала? И раньше находились желающие потанцевать. Дети, пьяные, юнцы на спор. Ничего не происходило. Весенние-осенние танцы – это всего лишь древний обычай, как полагает большинство людей. Всего лишь дни, когда огонь и лед передают друг другу владычество над миром. Но кое-кто полагает, что знает больше. Мы полагаем, что во время танца что-то происходит. Для тебя этот танец ожил. И что-то случилось. И теперь зимовой ищет тебя.